Очищение мы проводим для того, чтобы добиться равновесия в организме. Внутренняя среда должна быть в равновесии. Например, печень и желчный пузырь ⁇ это парные органы, связанные по принципу внутреннее-внешнее. Должно быть равновесие между внешним и внутренним. Часто говорят, что печень и желчный пузырь ⁇ это братья, желудок и селезенка ⁇ это супруги. Они тоже связаны по принципу внутреннее-внешнее и тоже должны находиться в равновесии. По этому же принципу связаны сердце и тонкий кишечник, легкие и толстый кишечник. Равновесие тоже должно быть между почками и мочевым пузырем. Внешнее и внутреннее, инь и ян полные и плотные органы все должно быть в равновесии. Реакция внутренней среды организма должна быть 7,35 и или 7 или 45 Такой показатель pH оптимален для развития и функционирования иммунных клеток. Если же внутренняя среда становится сильно закисленной, это самое оптимальное место для размножения вирусов и бактерий, а хороших и условий для иммунных клеток не будет. Поэтому показатель pH в организме должен быть оптимальным для развития иммунных клеток, чтобы они выполняли свои физиологические функции и не давали развиваться различным патогенным факторам. Здоровая внутренняя среда создается за счет регуляции внутреннего кислотно-щелочного баланса. Баланс необходимо соблюдать в питании. Если в рационе есть излишек соленого, сладкого, кислого, это нездоровая структура питания. Именно здоровая структура питания позволяет создать реакцию внутренней среды с показателем 7,35-7,45.